В Сочи выявлено около 60 очагов, где массово произрастает амброзия. Для тех, кто страдает аллергией, это страшное зло, с которым надо бороться. На сегодняшний день выкашено 43 заросших. Этим растениям участка осталось 16. Доложил начальник управления сельского хозяйства Вячеслав Линин. Еще стало известно, что амброзии много на муниципальных кладбищах. И тут без участия жителей города в борьбе с сорняком не обойтись. Сейчас у нас активная фаза цветения амброзии, в связи с чем мы очень просим населения нашего города вспомнить о своих умерших родственниках, прийти на кладбище и осуществить уборку. Глава города обращается ко всему населению Сочи помочь в борьбе с опасным сорняком. В сезон цветения амброзии вызывают у многих тяжелые болезненные реакции. На планерном совещании речь шла и о безопасности на пляжах, где установлены видеокамеры. А кражи все же совершаются. Это при том, что все пляжные территории охраняются ЧОПами. Пока мы не приучим, что камеры для того и установлены, чтобы за ними следить, пока мы не установим, что для того, что тревожная кнопка для того, чтобы ею пользоваться, ЧОП для того, чтобы там находиться и заниматься работой, а не где-то на солнышке прятаться. На планерку были вызваны ответственные за безопасность на пляжах города. Объяснить свое бездействие никто не смог. Глава города потребовал либо работать в соответствии со своим назначением, либо увольняться и передавать пляжные территории другим арендаторам. Но отдых граждан в Сочи не должен быть омрачен. Тем более, если это касается жизни. Вчера на пляже Мысвидный утонул человек. Везде есть человек в этом виновный. И если взялись заниматься пляжным отдыхом, должны за это отвечать. Понятно? Жесточайшим образом. Везде указывайте. Решение антитеррористической комиссии тогда-то, официально предупрежден тогда-то, первый случай, второй. Пусть прокуратура даже предостережение, если даже до суда не дойдет, это уже будет до следующего года понятно. По-другому у нас нельзя. Либо человеческий фактор будет приводить к тому, что будут гибнуть люди. Глава города просит фиксировать все случаи, произошедшие на пляжах, чтобы в новом сезоне решать, какую из фирм допускать к работе на этих территориях. Продолжается в нашем городе и работа по установке камер в видеонаблюдение на многоэтажных домах. Она продлится и в ближайшие 2 недели. Также сегодня на планерном совещании был утвержден в должности новый глава Адлерского района. Им стал Эдуард Волков. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.